тренер сборной СЕВГУ Шиманский Сергей. Здравствуйте. Что можно сказать о сегодняшней игре? Ну, хотел бы для начала поблагодарить соперника за игру. То есть за такую игру качественную, которую они нам предложили. И опять же, наша команда не может так играть просто по непонятному сценарию, непонятному плану. Мы еще вчера подготовились на теоретическом занятии, мы знали, как будем сегодня играть с первой до последней секунды. Поэтому, опять же, я скажу большую благодарность, наверное, скажу ребятам, которые выдержали вот эту игровую дисциплину, которую мы хотели. И, знаете, вот приятно, когда они сами это делают и балдеют после игры, когда вот от этой качественно проделанной, скажем так, я не люблю говорить работы, но именно, наверное, вот. Как вы оцениваете своего сегодняшнего соперника? Он казался слабее, чем вчерашняя сборная Перми? Нет, я сразу сказал, достойный соперник, много борьбы в вот таком, скажем так, английском стиле где-то, где борются за все мячи, поэтому где-то приятно с такими командами играть. Поэтому где-то мы на теоретическом занятии просили ребят где-то через контроль мяча, через длинные выходы в атаку, вскрывать линии защиты и, опять же, перекрывать вот эти зоны, которые у них, свободные зоны, которые были вчера с чебоксарами, как они вскрывали эти зоны. Поэтому сегодня ребят попросили, чтобы они компактнее сыграли, и это получилось. Команда 100% выполнила установку на игру? Сегодня по игре? Ну, наверное, нет, потому что могли еще забить, наверное, один гол, чтобы не было такой нервной обстановки в конце игры. А так, наверное, на 98%. Команда на этом турнире пока идет без поражения. Какой настрой на завтрашнюю последнюю игру? Ну, мы настраиваемся всегда на победу, а как боженька, ну... Все, спасибо, желаем вам удачи.